Наш проект — это эксперимент. Мы проведем идеальный кастинг для фильма «Анна Каренина». У каждого персонажа есть довольно точные прототипы. Кто виноват в доведении Анны до самоубийства? Сам Толстой не дает нам на это ответа. Виновата в своей смерти она сама. Ты считаешь, что он виноват? Он ее любил. Виноват. Я желал ее смерти. Он ее прощает. Осуждаю, но прощаю. Все совсем не так. У Толстого в романе нет счастливых семей. Но мог бы быть и счастливый финал. Что вы страдаете? Потому что это 19 век. Все, но я не буду. А водка есть? Этот роман равен жизни. Он бесконечно сложен, насколько бесконечно сложна жизнь. Ты не хочешь понять моей жизни. Железная дорога — это вы, это общество. Железная дорога — это некий путь. Это бой. Это бой за жизнь. Кто она? В чем же она виновата? Она втоптала меня в грязь. Она мучается страшно. В ней так много стремления жить. Кипит кровь. А теперь она просто ревнивая женщина. Твой герой виноват в смерти Анны? Ну, причины разные, но финал-то один, под поезд. Я так согрешила, мне так стыдно, мне так страшно.